Всем привет! В новом видео я буду делать универсальный ключ из подручных материалов. Для этого мне понадобится профильная труба 30 на 30 стенка 2, такой вот кусок длиной 200 мм и двухрядная цепь, которая была под рукой. Для создания ключа необходимо приварить один край цепи к краю профильной трубы. Так, как делаю я. Выставил таким образом, чтобы она была отцентрована относительно профильной трубы. Сейчас буду прихватывать. То есть сейчас прихватил, собью шлак и буду обваривать. Теперь обвариваю. Вот что в результате получилось. Обварил, сейчас остынет, шлак отобью, зачищу шов. И покажу, как это все дело работает. Зачистил швы. Вот такое дело получилось. Как это дело работает? Как работает этот инструмент? В профильную трубу помещается цепь. И уже вот сюда помещается тот элемент, который необходимо открутить. Это может быть и гайка, может быть и шляпка болта, может быть и масляный фильтр. В общем, под разные универсальные, так сказать, нужды этот ключ предназначен. Тестировать будем на примере стартера. Вот так вот обхватываю цепью стартер и делаю зажим, чтобы упор был в краешек профильной трубы. Вот так вот обхватываю. И уже непосредственно откручивать деталь можно. Я руками не могу провернуть. Очень хорошо держит, очень хороший захват. Действительно хороший захват. Вот, собственно, вот такой вот универсальный ключ. Ну и таким же образом можно поступить с гайкой или болтом. Также обхватывать его и откручивать. Вполне себе пригодный универсальный ключ, который повторить может каждый. Собраны из несложных деталей. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, делитесь видео, также комментируйте видео. На этом все. Все, пока. Пока.